У нас, например, нет никакого образования, нам просто это интересно, и мы этим занимаемся. Но мы не ожидали, конечно, что она станет настолько популярна. И я не знаю, почему демон. Возможно, просто у людей он вызвал именно ассоциацию демона. Многие смотрели «Гарри Поттера», и там есть похожий персонаж, дементор. Мы сначала отдельно собирали каркас. Каркас мы собирали из труб полипропиленовых. Голову мы сделали из надувного шарика, обычный резиновый шарик, и ткани. То есть мы вымачивали ткань в цементном растворе, сверху все это покрывали, то есть придавали форму в нужных местах, объем где-то, руки, то есть сгибы и так далее. К сожалению, они не столь долговечны, хотя мы тоже планируем над этим работать, чтобы они, ну, как можно дольше продержались. Но, если честно, меня уже радует, что эта скульптура там стоит уже 2-3 дня, ну, уже вот неделю ее никто не трогает. Потому что мы даже, у нас были такие предположения, что там через 2-3 дня там ее кто-то сломает, там еще что-то. Нет. На самом деле людям интересно оказалось, и люди приходят, фотографируются, и это как появился небольшой такой арт-объект в этом районе. Первый раз прийти посмотреть, где она находится вообще. Мы, наверное, искали минут 10-15, а так очень интересно то, что будет еще 13 таких. И вот мы будем теперь следить в Инстаграме, где же они будут выставлять следующие фигуры.